Так, по поводу утепления ворот, подъемно-поворотных. Вот мы ворота, которым уже 16 лет. Двое ворот утеплены щеточным уплотнителем. Вот он. Видите, по периметру. Снаружи вертикали. Так. Вот эти же ворота. И вот как это работает сбоку. Вот она. Плотненько прижимается к стене. Никаких щелей, никаких сквозняков, ничего тут нет. Изнутри вот она вот так вот прицеплена на воротину. Если я его закрываю, сейчас никаких, видите, света нигде не видно. То есть абсолютно герметично. Внизу утеплитель не ставим. Вот так это все работает. Просто и надежно.